Вот такой вот сезон дача 2024, конец марта, катастрофическое количество снега. Я вот даже подобрал такой слово, что он катастрофически быстро тает. И образуется на участке, то есть у нас самый высокий участок, тут везде низины, образовалась огромная лужа, которая питается талыми водами. Вот. И вот такая вот она здесь. Это жесть просто какая-то. Тут даже вон она себе вода дорогу пробила. Поэтому, друзья мои, готовьтесь к наводнениям. Это дача. Сезон 2024. Ситуация под Шатурой. И снега еще много. Его не то, что много, его просто... Охренеть, как много. Вот так вот. Вот так вот весело, да? А мне не весело, если это лопатой прокапывал. Вот тут у меня снега было. Вот столько, наверное. И на крыше такой огромный жбан. И здесь везде. Ну вот, для того, чтобы было примерно понятно, да? И то он подсел, то есть он подсел за сегодня. Ну, процентов так эдак на 30. То есть здесь было вот столько. До сюда, то есть. Вот это все было в снегу.